Кинематограф – это вообще больная тема. Я давно смотрю кино и давно не слежу за ним. И могу вам сказать одно. Когда мы перестанем снимать фильмы для Каннов, когда мы перестанем снимать фильмы для американских академиков, у нас появится собственное кино, и Канны, и академики сами придут его, возьмут и разместят на своих фестивалях. Как это было раньше. Я не думаю, что Меньшов, который снял в свое время «Москва слезам не верит», снимал этот фильм для американцев. Он снимал его для нас, и это видно. И я вижу, когда Михалков снимает для американцев, я это тоже вижу. И получается, что мы непонятно для чего работаем. Весь наш, вся наша киноиндустрия сейчас поделена на несколько таких очень крупных, компаний, которые занимаются производством блокбастеров. Понимаете, раньше они снимали кино, а сейчас они снимают блокбастеры. Что такое блокбастер, не знает 99% населения нашей страны. И они очень хотят, чтобы для них снимали кино. Так вот, сильный будешь, все признают. Французы не стремятся снимать блокбастеры, но большинство их фильмов все прекрасно переснимается в Америке и востребовано по всему миру. Только и всего. Давайте снимать кино, и у нас будет все в порядке.